Да, ты сказал еще, что дроты через 5 лет в РПЛ смогут побиться. Ты реально так считаешь? Ну вот у тебя вот в голове это прямо сидит, или ты это сказал так для красного словца? Смотри, у меня в голове может что угодно будет сидеть. Но если тут будет надпись «Газпром» сидеть, то там мы будем в РПЛ. Братан, сейчас ты Роснефти так можешь не продаться, ты тоже подумай. Роснефть? Да, тоже. Да, ну знаешь, здесь Норникель, ёпта. Все зависит, если придет, ну именно, знаешь, чтобы попасть в этот там первый дивизион, нужны серьезные... Миллиарды, братан, там миллиарды, уже не типа, те наши миллионы жалкие. У нас этих бюджетов, блядь, нету. Но если найдется адекватный человек, который скажет, бля, пацаны, вы народная команда, типа, у вас без вложений... Не, ну народная мы, приходит. Братан, вы команда, народная вы команда в рэпе. Те, на кого приходят стадионы. Не, братан, смотри, вы команда Brawl Stars, тормози, у вас армия болельщиков. Ага, у нас там это и молодые, и взрослые, все есть, братан. Ладно, базара нет, я видел, когда взрослые выбежали на поле, там просто детский сад был, понял? Да я тебе отвечаю, за ними еще воспитательница бегала, кричала, проваливайте, ёпты, с поля. Ладно, базара нет, значит, у дроц у нас будет в российской премьер-лиге, я только рад буду.